специально с Александром Моисеевичем выступили в начале, потому что все, кто будет выступать после следующего исполнителя, будет сразу видно, что петь он не умеет вообще. Вот. Поэтому сейчас перед нами выступит скромный, обаятельный человек, народная артистка России, Грузии, Советского Союза, Тамара Гонцова. Попросил ее исполнить и с нее начать свое небольшое выступление. Можно? Na 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 na
Я думаю, что так любить жизнь и быть в музыке, я думаю, что все будет хорошо, и, наверное, мы будем встречаться и на сцене, и, что самое главное, в жизни, где так много прекрасных мгновений. Спасибо, Олег, тебе, спасибо всем присутствующим. И я хочу исполнить, я думаю, что сейчас звучит песня Мишеля Леграна, потому что это песня, это музыка, которую очень любим мы все, и это является одной из прекраснейших, одной из жемчужин этого жанра. Мишель Легран, «Шербурские зонтики», и песня, конечно, посвящается. Каждый думает о своем возлюбленном, каждый думает и мечтает о любви. Мишель Легран, «Шербурские зонтики». Совершенно другая энергия. Можно, с вашего разрешения, мы эти цветы пошлем лечащему врачу. Наполним такой энергией и таким добром, и музыкой, и то, что они побывали на сцене, я думаю, что это от нас лучший подарок для врачей. Спасибо.